Мы на Налетим. месте. Отлично. Приветствуем Викторию. Интересуемся, готова ли она к проверке? Доверит ли она нам свое биополе на период сеанса? Да, готова. Доверит, она приветствует нас. Привет, Виктория. Я даю команду на счет 3 сканер сканировать пространство над головой Виктории, под ногами. Все 7 тонких тел Виктории находят все. Она говорит, что я стараюсь как могу. Ну, а сейчас экзамен. Проверим, как ты год держала оборону. Ты знаешь, она чистая, но я вижу ситуации очень много. Да. Беса, арахноида, который пытается к ней подсоединиться, она их жгет. Вибрациями своими. Сама сжигает, да? Да, они пытаются приблизиться, и от нее идет энергетический вот этот защитный слой ангельский, который сжигает неприятен, но они уходят, разворачиваются, уходят. У нас есть что-то там, за что можно зацепиться в ее биополе, какие-нибудь затемнения или что-нибудь? Негативный. Фантом. Негативный. Хорошо, включая внутренний белый свет Виктории 1, 2, 3. На счет 3, Виктория, выдавливает из себя все негативные патогены низкой вибрационной энергии и вибрации, находящиеся в ее тонких телах. 1, 2, 3. Свет пошел. Выходит это все и формируется в шар перед Викторией. Если там хоть микрон чужеродного воздействия присутствует, шар начинает пульсировать. Это воздействие есть? Людей, скажем так. Нет, серость просто выходит ее. А воздействие людей чужих, да? Но она, как говорит, что сейчас на Земле больше люди воздействуют друг на друга. Ну, в ее случае. То есть негатив идет от людей. Хорошо, она может отлично не допускать этот негатив в свое биополе. Она этими же энергиями. Она понимает об этом? Да, она понимает, но огорчение... И огорчение, грусть. Ее огорчение и ее грусть. Да, они оседают внутри. Виктория, это не проблема. Она выдавливается каждый вечер. Все свое огорчение свернуть в шар, как сейчас я сделал. Выдавить из себя в этот шар. Кстати, шар сформировался. Он серый, бледно-серый. Открывая под ним портал в галактическое ядро, и шар уходит на переработку. Закрывая, печатаю, растворяю. Все. Если этого не делать, то будет понедельник, вторник, среда, это все накопится. Она делает, иначе бы он был черный. Тоже верно. Хорошо. Значит, тогда, Виктория, могу тебе посоветовать ставить защиту. Она смеется. Она говорит, да, это в целом ситуация в мире несет свой оттенок на каждом. Ты можешь изменить ситуацию в мире, Виктория? Нет, я могу изменить ситуацию в своей семье и защитить ее. Что ты и делаешь? Но зачем ты переживаешь за то, что ты не можешь изменить? Стараюсь не переживать. Ты же понимаешь, что ты только себе наносишь этим вред, потому что реальной помощи, то, что можно помочь, ты помогаешь. Но то, что так нельзя, то, что нельзя, надо все-таки вложить в руки высшему разуму, и всегда когда-нибудь придет ответ. Хорошо, Верочка. Итак, посмотри, сколько ей нужно энергии, какая частая вибрация. 420 и 28. На счет 3 макушку головы Виктории начинает поступать. Готово. Синхронизируется энергия, вибрация, гармонизируется, распределяется, усваивается наиболее эффективным образом. 1, 2, 3. Ну, как самочувствие? Есть. Как самочувствие, Виктория? Такие упругие энергии. По-другому чувствуется здесь. У нас остались 10 вопросов к Высшему Я. И перед тем, как мы Высшему Я будем подниматься, приглашаем нашу комнату диагностики куратора Виктории. Уважаемый куратор Виктории, Альберт, приглашаем вас в нашу комнату диагностики. Приветствую всех в этой комнате. Рад повторной встрече с Викторией и со всеми остальными. Я еще раз хочу уточнить, я друг. Альберт, я прошу прощения, я написал куратор. Безусловно, это для... Только в ангельском мире есть понятие друг. Конечно, вы друг. Мы очень рады вас видеть в нашей комнате диагностики. Спустя год, поэтому мы не прощались никогда. И вот настал тот момент, когда ваша подопечная Виктория захотела подняться на уровень своего высшего я.
и задайте ему 10 вопросов или ей. Прекрасное решение. Будете ли вы так любезны, уважаемый Альберт, сопроводить нас в этой поездке, полете? Благодарю вас за это приглашение. Я с удовольствием поднимусь с вами. Хорошо. Виктории надо, она сама может лететь? Может. Отлично. Хорошо. На какой уровень мы поднимаемся? 14, да, Альберт? У Виктории 14 уровень высшего я и 14 ангельский уровень. Совершенно верно. Мы поднимаемся на 14 уровень высшего я. И я даю команду на счет 3. Альберт, Вера, Виктория и я поднимаемся на 14 уровень высшего я, уровень высшего я Виктория. 1, 2, 3. Пошел подъем. Полетели. Мы на месте. Снимаются маски и голограммы. Все вокруг пристает согласно своему эфирному коду ДНК. 14 уровень. Да. Отлично. И я прошу высшее я, Виктории, выйти к нам. Мы хотим задать пару вопросов. Эта женщина очень красивая и высокая. Похожа на Викторию. Мы приветствуем, уважаемая высшее я, Виктории. Меня зовут Влад. Чертами лица похожи. Меня зовут Влад, это Вера. С нами присутствует друг Веры, друг Виктории, Альберт. И Виктория, ваша частичка. Скажите, пожалуйста, как нам к вам обращаться, уважаемая высшая? Как же это прекрасно видеть вас на моем уровне. Благодарю вас. Очень приятные гости. Зовите меня Омега. Омега. Приветствуем вас, уважаемая Омега. Я начну с вступления. Благодарность. Хочу выразить огромную благодарность своему высшему я за ответы, своему другу Альберту, за то, что всегда рядом и помогает мне, Верочке и Владу, за возможность встретиться и пообщаться с родными. Посылаю вам всем энергию любви, благодарности и частичку ангельского света. Благодарю за прекрасную возможность поблагодарить Альберта. Прими от меня благодарность, помощь и направление Виктории. Благодарим и мы, Альберта. Я начинаю с вашего позволения. Приветствую тебя, дорогое мое высшее я. Я счастлива, что есть возможность встретиться и услышать ответы на свои вопросы, обменяться энергиями и насладиться временем, проведенным вместе. Первый вопрос. С какими талантами я пришла на эту землю? Все ли раскрылись? Если нет, то какие нужно еще развивать? О, дорогая моя, у тебя много прекрасных талантов, но самый твой лучшая черта характера – это доброта и сила, сила воли, то, как ты умеешь организовывать, смягчать, растворять негатив и без суеты и злобы делай жизнь мягкой, спокойной, уравновешенной и сбалансированной. Это прекрасно воплощать это на земле. Ты делаешь свой рай среди хаоса. Итак, я ответила на первый вопрос. Хорошо, я полагаю, это и есть ее достоинство. Благодарю вас, уважаемая Омега. Второй вопрос. На что мне следует обратить внимание в этом воплощении для ускорения моего духовного развития? Какой замечательный вопрос. Обрати внимание на своих детей. Они твои учителя. Развивайся вместе с ними, развивайся для них. Выбирай правильные решения, подсказанные сердцем. Будь рядом с ними и стой за них. Таким путем ты будешь развиваться в правильном ключе. Твоя душа будет светить еще ярче и нести добро и свет. Благодарю. Благодарю вас, уважаемая Омега. Третий вопрос. Сколько кармических узлов у меня было и сколько осталось? Опиши пройденные узлы несколькими словами, чтобы мне было понятно здесь на Земле, что это были за ситуации. Ах, моя дорогая, зачем же тебе описывать твои
кармические узлы, ты и так их знаешь сама. Те решения, самые главные, где ты принимала выбранный путь, где ты выбирала дорогу, один из последних был бросить все и начать жизнь сначала. Я это увидел до того, как вы сказали, телепатически, уважаемая Амелия. Конечно, я же показала это. Да, 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 так и есть. Перекресток дорог. Это мужество, это очень серьезный такой шаг, и восхищаюсь вашей частичкой. Да, я прошу я прощения. Вижу и горжусь Викторией. Нелегко с ней. Повтори вопрос. Сколько кармических узлов у меня было и сколько осталось? Опиши пройденные узлы несколькими словами, чтобы мне было понятно здесь на Земле, что это были за ситуации. У тебя было 4 кармических узла. Осталось 2, если ты захочешь и примешь решение в своем, как я уже сказала, раю. Я показываю больше и хотела бы объяснить. Виктория связана другими энергиями ее семьи. Эти энергии балансируются с решениями и обсуждениями в семье. И это в конце выносится решение. И это правильно. Этими энергиями вы создаете определенный купол для своей семьи, защищающий вас, ограждающий вас от людей, от событий и дающий вам силу перенести удары судьбы, скажем так. Вот этот баланс в семье я и называю рай, который ты можешь создавать среди хаоса. Следующие 2 кармических узла будет решением в твоем раю, как я уже сказала. Ты запланировала их сама, надеясь, что хватит сил. Также ты сама их можешь и отменить, ничего не меняя в жизни. Решение будет за тобой. Это не хорошо и не плохо отменять или проходить узлы. Это лишь твои силы, рассчитанные перед воплощением на Землю. Если ты чувствуешь, что у тебя не хватает сил и желания проходить эти кармические узлы, то ты имеешь право отменить их. До воплощения ты лишь планируешь свои кармические узлы, которые дают тебе определенный опыт. Иногда душа не понимает, как тяжело на Земле, потому что добавляются чувства земные. Душа вправе отменить кармические узлы и оставить их на другое воплощение. Благодарю. Благодарю вас за этот исчерпывающий ответ, уважаемая Омега. Очень приятно было такую мудрость услышать. Можем идти дальше? Пожалуйста. Благодарю вас. Итак, 4-й вопрос. У меня 3 детей. Все рождены кесарским сечением. Влияет ли это на жизнь ребенка или имеет ли значение для души, каким способом она пришла на Землю, природным или с кесаревым сечением? Прекрасный вопрос. Ты совершенно права, заметив это состояние души. Дети, рожденные кесаревым сечением, приходят очень быстро в этот мир земной и не мучаются, они не понимают переход и просто продолжают жить. Дети же, рожденные в муках, как вы это говорили, мучаются. Их жизнь начинается со стресса и мучения. Это первое, что они чувствуют, рождаясь на земле в стрессе. Первый полученный опыт стресса. Но далеко не последний. Такие дети более чувствительны, потому что они всегда ощущают опасность, пережив этот стресс. Они более капризны и более требовательны к себе. Очень интересная информация. Первый раз об этом слышу. Было приятно об этом узнать.
Вы закончили, уважаемая Омега? Да. Идем дальше. Пятый вопрос. Расскажите, пожалуйста, о прошлом воплощении на Земле. Когда это было? Кем я была? Где жила? Какой опыт получила? Прошу прощения, я бы хотела вернуться к предыдущему вопросу. Мне про кажется, детей. Там был еще какой-то подвопрос. Я прочитаю еще раз. У меня трое детей. Все рождены кесарским сечением. Влияет ли это на жизнь ребенка? Имеет ли значение для души, каким способом она пришла на Землю, природным или через кесарево сечение? Хорошо. Я лишь добавлю, что в дальнейшем после рождения дети, произведенные на свет родами, более обеспокоены, но в дальнейшем играет роль, в какую семью они попадают, и отношения родителей, и воспитание, и их дальнейшее воспитание. Семья играет огромную роль. Я закончила с этим вопросом. Продолжай, пожалуйста. Уважаемая Омега, позвольте мне еще один вопрос задать по этому поводу. Если мы сейчас говорили о родах ребенка в этих муках, тяжести, как вы сказали, первое неприятное, негативное ощущение. У меня есть основания предполагать, что эту блокаду, это вызывает какую-то блокаду. Но эту блокаду можно снять с помощью регрессивного гипноза, найти эту причину, убрать ее, простить себя. Это реально или нет? Или это остается навсегда? Простить себя за что? Простить себя мы за то, что... Мы говорим, что рождающий человек испытывает первый стресс. Ребенок, рожденный кесаревым сечением, испытает этот стресс позже. Стресс всегда бывает в жизни людей. Вопрос в том, кто и когда получает его первый раз. Хорошо. В этой ситуации, когда мы видим, что стресс получился в ситуации, когда ребенок родился, существует ли возможность, вероятность, что человек сам простит себя, что он таки пол своей жизни или всю свою жизнь мучился, обнимет себя, подарит себе свою любовь самому себе? Это все прелюдия. Прелюдия. Дело в том, что человек все равно получит стресс, так как это жизненный опыт, на котором... Мы растем как души. Нужно учиться правильно проходить стресс. Значит, ключевое... Правильно реагировать на него. Значит, ключевое слово – это опыт и правильные выводы из ситуации. Конечно. Если человек учится правильно реагировать на стрессы, отдает правильное место стрессам и правильную реакцию, это важнее, чем он обнимет и простит себя непонятно за что. Рождающийся ребенок имеет право получать стресс. Ему больно, неприятно, его выгоняют из теплого и уютного места. Я все понял. Благодарю вас, уважаемая Омега, за это отклонение, за это разъяснение. Просто очень интересная тема. Вы позволите дальше переходить? Переходи. Пятый вопрос. Расскажи, пожалуйста, о прошлом воплощении на Земле. Когда это было, кем я была, где жила и какой опыт получила? Хорошо, я расскажу об одном из воплощений на Земле. Это был 1342 год. Это была Ирландия. В этой жизни я получила опыт смерти близкого человека. Этот опыт навсегда остался со мной. Это очень неприятный и болезненный опыт. В этом воплощении я потеряла ребенка из-за болезни, определенного вируса. Безысходность и чувство беспомощности съедали меня долгое время после этой потери в человеческом теле, пока я не начала пересматривать свое отношение и не искать ответы в душе. И отсюда начался мой рост как души. Я поняла, что все мы имеем продолжение после смерти. После этого я посылала свет своему ребенку, и в один из дней
Я увидела во сне эту душу, которая благодарила меня за то, что я была мамой, и успокаивала, что это был запланированный момент жизни для моего ребенка и для меня. Мы оба прошли определенный опыт и научились. Прости, что я привела такой, как вы говорите, горький опыт. На самом деле, после такого опыта моя душа стала развиваться совсем по-другому. Моя душа стала живая и осознанная. Пыталась найти другое слово, но не нахожу. Душа стала упругая, душа стала понимать многие вещи, которые помогали двигаться дальше. После этого я смогла жить и радоваться. Это одно из моих воплощений. Я уже сказала, мы встретились с душой моего ребенка и выяснили, что это был наш общий опыт, который должен был так закончиться для него и для меня. Этот опыт сработал и дал толчок для моего следующего развития не только в этой жизни, но и в других. Я благодарю вас, уважаемая Омега, за этот развернутый ответ. Я перехожу, с вашего позволения, к следующему вопросу. Пожалуйста. В юности я с улицы приютила малюсенькую собачку. Она выросла красивой, белой и пушистой. Мы друг друга очень любила, но она прожила всего 5 лет. Я очень скучала по ней, а сейчас у нас появилась такая же белая пушистая собачка. Зовут ее Мартин. И точно так же любит меня больше всех. Душа собаки может перевоплощаться и возвращаться к тому же хозяину? Может. Если душа наполнена любовью, может. А это этот случай? Я видел эту собачку, она замечательная. Она ее просто... Я даже понимал, когда она гавкала, что она ей говорила. Она очень умная. Это этот случай. Замечательно. Благодарю вас, уважаемая Омега. Этого достаточно. Виктория все поняла. Идем дальше, если вы позволите. Собака повторила свой опыт. Свой опыт. Ей было очень приятно. Настолько приятно, что ее душа горела и просила повтора. Ей было разрешено быть в этой семье на этом месте. Благодарю. Благодарю я вас. Я перехожу к следующему вопросу. 7. Я в детстве очень любила своего папу. Мы вместе прожили чуть больше 20 лет, и он покинул эту землю. Почему так сложилась судьба? Почему так мало? Где его душа сейчас и как у него дела? О, это очень радостная, миролюбивая и счастливая душа. Душа находится на своем уровне развития, отдыхая после жизни на земле. И планирует свое новое воплощение? Пока не планирует. Пока переосмысливает все чувства и эмоции. Это так долго длится после того, как душа развоплотится на земле? Столько лет? Неужели такое огромное? Или надо прожить еще одну жизнь после этой жизни, между жизнями, и прочувствовать все свои ошибки? Я просто удивлен сроком 20 лет. Я не говорила об ошибках. Я говорила об эмоциях и чувствах. Понятно, безусловно. Душа да. переживает их снова и снова, чтобы насладиться и получить свой опыт, зафиксировать их внутри. Вы сейчас нам приоткрыли такую завесу, взглянуть чуть-чуть на то, как, что происходит с душой и после развоплощения. Я благодарю вас, уважаемая Омега, за эту информацию. У меня нет больше вопросов по этой теме. Если вы хотели что-то от себя добавить, контакт с ней поддерживает, они общаются, или как, и что еще можно спросить по этому? Нет, я бы не хотела ничего дополнять. Все понял. Другие души. Речь идет о Виктории и только о ее душе. Идем дальше. 8 вопрос. 20 лет назад в Петербурге мы были на лекции одной женщины. Ее учения связаны со временем. Она рассказывала, что временем можно управлять, замедлять, ускорять. На семинаре она запрограммировала наше физическое тело на молодость,
25 лет. Есть ли правда в этом учении? Действительно, есть это такая программа? Если да, то как ее активировать? Прекрасно, что ты ставишь все под сомнение. Но этот вопрос больше к тебе, так как ты находилась на этом семинаре и через столько лет можешь сказать, работает ли эта программа или нет. Все программы в вашей голове, в нашей голове. Но так как вы проживаете на Земле, я говорю о вашей голове. Поэтому все программы, которые ты установила и активировала, будут работать. Например, буддийские монахи левитируют, потому что они не зацикливаются на законах физики, ну и по многим другим причинам. Если же ты устанавливаешь программу, здесь срабатывает несколько моментов. Насколько ты веришь в эту программу, насколько ты чувствуешь изменения за столько лет, твои сомнения и, конечно же, физический биоробот, который очень ограничен. Я имею в виду температура тела, температура извне, вирусы, болезни, грибки, окружающий биоробот и многие другие факторы. В целом, это то, во что ты веришь. Любая программа работает настолько, насколько ты ее принимаешь. Никакой человек не может тебе включить или отключить ее. Только это сама. Твое доверие, вера и принятие. Да, это и разрешение. Твое желание. Да, так и есть. Благодарю вас, уважаемая Омега, за этот развернутый ответ. Здесь не осталось никаких вопросов. Позволите идти к девятому вопросу? Переходить? Да. С кем из моих близких и родных мы жили вместе в прошлых жизнях и в каких статусах? Мы говорили, спрашивая только за себя, но вот такой вопрос. Я не буду отвечать на этот вопрос и углубляться в прошлые жизни. Скажу лишь, что вы пересекались все в разных жизнях, в разных статусах. Я думаю, Виктория поймет. Можем переходить к последнему вопросу? Или да, пожалуйста. Хорошо. Как лучше для души? После ухода тела предавать земле или предавать его огню? По большому счету, душе все равно. Я лишь объясню, что происходит. Душа, когда выходит из тела, еще очень сильно привязана к телу и еще долго не может понять, что с ней происходит. В этом случае душа видит свое сожжение, то есть сожжение тела, или похороны, то есть погребение под землю. В этом случае душа переживает о своем теле, так как душа только вышла из биологического тела, которое выросло в определенной семье, среде, расе, со своими традициями и устоями, поэтому душа еще несет эту информацию. И, соответственно, в тех религиях, где нужно хоронить тело, душа знает эти традиции и знает, что так будет с его телом. Но если вдруг родственники сжигают тело, тогда душа неспокойна, так как она была научена другому. В целом, когда душа уходит и поднимается на определенный уровень, начиная анализ прошлой жизни, ей все равно становится, что происходит с физическим телом. Но в первые дни это имеет значение для души, так как она привязана, еще раз говорю, традициями и ритуалами к биологическому телу, к матрице Земли. Благодарю вас, уважаемая Омега. Я правильно понимаю вас, в тех религиях, где сжигание, я имею в виду сейчас Индию,
почему-то я увидел Индию, когда вы говорили, и сжигание у них принято, сжигание и погребение в этой реке, Ганг, который у них там течет, это для них абсолютно нормально в тех религиях, которые... Совершенно верно. Душа готова к этому. Да. Она пережила целую жизнь, детство, наблюдая это. Но также вы сказали, что это не имеет никакого принципиального значения, кроме этих страданий, если душа не понимает, что с ней случилось, именно это сжигание, если в ее культуре выбрано погребение, тогда она будет какое-то время страдать. Это тоже правильно, я понял? Но если она готова, она примет это... Вы поймите, что душа, выходя из тела, некоторое время еще продолжает чувствовать и переживать. Поэтому та душа, которая выросла по определенным традициям, знает, что будет с телом. В Индии, как ты говоришь, сжигает, и душа принимает это. В христианских религиях тело закапывают, и душа принимает это. Поэтому я говорю, в целом, через какое-то время душа забывает боль биологического тела и продолжает жить энергиями души. Все понятно. И по большому счету для души нет разницы, осталось биологическим телом. Я все понял. Благодарю вас, уважаемая Омега, за это разъяснение. Это было для того, чтобы просто понять ситуацию в корне. И вот сейчас я ее понял основательно. Уважаемая Омега, мы закончили с вопросами. У нас больше нет никаких вопросов. 10 вопросов мы зачитали. Если вы сейчас хотите от себя что-нибудь добавить, свои частички, это был бы самый лучший момент. Я уже сказала, что я горжусь своей частичкой, и мы обменялись энергиями души, заряжаясь искрой. Она это обязательно прочувствует на физическом плане. Она прочувствует это радостью. Остался один нюанс, уважаемая Омега. У нас есть очень добрая традиция. Каждому высшему я, каждому куратору, с кем мы встречаемся, каждому учителю, мы всегда делаем один определенный подарок. У нас на Земле ограниченные возможности, но позвольте вам преподнести в знак благодарности за эту прекрасную встречу, за эти исчерпывающие ответы и за вашу мудрость большую корзинку с самыми вкусными, спелыми и сочными ягодами, которые только есть на Земле. 1, 2, 3. Корзинка появляется. Я кладу туда еще 4 баночки меда, самого вкусного на Земле. Я прошу уважаемую Омегу принять этот скромный подарок в знак благодарности на добрые воспоминания об этой встрече. Какой великолепный подарок! Я обязательно напомню своей душе, когда мы соединимся в один момент. Мы закончили, уважаемая Омега. Примите искреннюю энергию благодарности от Виктории, от меня, от Веры и от друга Альберта. И мы будем на этой прекрасной ноте заканчивать нашу встречу. Желаем вам всего наилучшего. Я говорю, до скорых встреч. Благодарю вас за эту прекрасную встречу. Благодарим вас за вашу мудрость. До скорых встреч. До скорых встреч, уважаемая Омега. И рассинхронизируйся, Верочка. И возвращаемся в нашу комнату диагностики. Виктория, Альберт, Вера и я возвращаемся назад. 1, 2, 3. Полетели. Мы на месте. Уважаемый Альберт, как вы оцените нашу сегодняшнюю встречу? По-моему, великолепно. В моих глазах это точно так же. Позвольте вам преподнести наш традиционный подарок, вы его уже знаете. Верочка, огромная корзинка с самыми вкусными, спелыми, сочными ягодами. Еще кладем туда 4 баночки меда самых спелых, самых вкусных сортов, которые есть на Земле. Я бы так сказал. Я уверен, уважаемому Альберту есть с кем поделиться в ангельском мире. Благодарю вас за этот великолепный подарок. Неожиданно и очень приятно. Уважаемый Альберт, мы ангелы. Ангелы всегда делают неожиданные приятные подарки. До скорых встреч. Я не прощаюсь. Всего вам наилучшего. Привет ангельскому миру. Передайте кураторам. Мы готовы принять всех, кто готов открыть новые двери в новую жизнь. И дальше ему идти в эти двери самим. Да будет так. А так и есть. Рассинхронизируйся, Верочка. Готова. Отлично. Виктория, вы получили ответы на свои вопросы?
Прекрасно, я искрюсь от этих энергий. Очень впечатляюще. Замечательно. Будем возвращать вас сейчас назад в вашу систему биоробот-душа, чтобы все эти энергии перешли на физический план. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Виктории в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем ее к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Отключайся от объекта и поднимайся в свою комнату диагностики. 1, 2, 3. Пошел подъем. Я на месте.